Дорогие друзья, разрешите мне начать торжественный вечер и концерт, посвященный 25-летию движения, общественно-политического движения «Демократическая Россия». Учредительный съезд нашего движения прошел 25 лет назад, ровно 25 лет назад, в кинотеатре «Россия». Хочу представить вот стол президиума. Михаил Штеджер, секретарь Координационного совета «Демократическая Россия», Аркадий Мурашов, сопредседатель движения «Демократическая Россия», Владимир Подобрегора, член Верховного совета, член фракции «Демократической России» и выборный сенатор, потом уже позже он выбирался как сенатор в Верхнюю палату. И Лев Пономарев, сопредседатель движения «Демократической России». Сейчас мы как бы сделаем два ролика, посмотрим. Пожалуйста, покажите первый ролик, первый ролик позволит вам вспомнить то время.
темном больном огне остаться и лечь. В серую ночь во мне нет, не могу. Прости, мертвую жизнь, прости, нет, не она. Вот это стиль. Неделю назад мы провели круглый стол, посвященный
вот тем событиям и выступали политики, историки, общественные деятели. И, конечно, целиком круглый стол мы не можем показать, хотя это очень интересно. Но одно выступление мы покажем. Николай Карлович Сванидзе. Пожалуйста, второй ролик. Он оценивал роль движения демократической России. Первая организованная массовая народно-демократическое движение в нашей стране. И в качестве массового демократического это движение изменило наше представление о консерватизме нашего общества, о его уравнительно распределительной, тоталитарной и антизападной ментальности. Изменило это, значит, перевернуло полностью? Нет, но именно изменило, усложнило представление. То есть стало ясно, что не все так просто, что наши люди тоже бывают вменяемы, что наши люди тоже могут верить больше своим глазам, нежели своим ушам, которые вливаются в государственную пропаганду. И вот это массовый демократизм, это, наверное, первая заслуга движения демократической России. Вторая. Это движение имело не только возглавить народное возмущение, народный протест, но сумело направить его в мирное русло. На тот момент это было крайне важно, потому что были возможны и другие формы протеста и возмущения, в том числе и весьма радикальные. Думаю, что то, что страна пошла именно по пути мирному, в этом есть очень большая заслуга демократической России. Третья заслуга движения сумела обеспечить связь, вступить в очень правильные, продуктивные контакты с аналогичными движениями в других республиках, разваливающихся в тот момент Советского Союза. И тем способствовало тому, что вот этот неизбежный развал Советской империи произошел в очень мягких и почти бескровных формах. Считаю, что тоже это очень большая заслуга демократической России. Хотя Россия была движением народным, и это движение росло снизу. Проблемы и трудности начались тогда, когда успешно завершилась демократическая революция рубежа 80-х-90-х годов. А здесь есть такой вопрос, вот про бумаги, который предлагает нам Александрович. Можно ли назвать время 89-91 года в мирной демократической революции? Да, мы это можем. Это была мирная демократическая революция. И вот когда она завершилась победой, и к власти пришли демократические силы, и президентом страны стал Борис Николаевич Ельцин, тогда неизбежными стали споры о действиях Ельцина, о действиях его правительства. От шоковой терапии до войны в Чечне. И выяснилось, что демократическая Россия – это движение не единое, что оно подвержено действию разнонаправленных сил, которые его в конечном счете и естественным образом разработали. Сейчас, по истечении 25 лет, мы можем констатировать, что тогда вот этот дракон, с которым романтически сражалась молодая демократическая, и которого, казалось, она победила, он отрастил себе новый голову за черный период. Головы не то, что более зубастые, пожалуй, нет, но значительно более хитрые, чем прежде. Ситуация более сложная, более комплексная, потому что произошло то, о чем предупреждают столь разные крупные мыслители, как, скажем, Троцкий в 20-е годы, Гайдар в 90-е и 2000-е. А именно, номенклатура добралась до собственности. Номенклатура слилась с собственностью, что составляет, наверное, главную проблему страны сегодняшнего дня. В результате мы имеем сегодня значительно более коварную имитацию, по сути, отсутствующего государственного института. Парламента, суда, выборов, прессы.
изощренную, более, я бы сказал, иезуитскую партийную систему, которая уже не однопартийная, а псевдопартийная. Мы имеем значительно более эффективную, постмодернистскую, циничную. Как говорит политолог Екатерина Шульман, токсичную государственную пропаганду. И мы имеем более жесткую, авторитарную, по сути, самодержавную динамичную власть. И, наконец, кроме всего этого, и, наверное, опаснее всего этого, мы имеем значительно более агрессивно-милитаристское, антизападное, то есть антилиберальное общественное настроение. Сейчас Аркадий Мурашов скажет несколько слов. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты. Так начинался первый съезд народных депутатов СССР, и это было разительным контрастом по сравнению с предыдущими, дорогие товарищи, которым открывали все пленумы и сессии Верховного Совета и пленума ЦК. И с тех пор, собственно, и начали развиваться события с 89 года и в 90-м, и в 91-м, то, что мы сейчас видели. Первый съезд народных депутатов СССР, он начался еще с одного, с минуты молчания. Я тоже бы хотел сейчас сказать, что совсем недавно, буквально в этом году, ушли двое из первого состава пяти сопредседателей Демократической России, это Глеб Павлович Якунин и Юрий Николаевич Афанасьев, совсем недавно. Я предлагаю почтить их память в минуту молчания. Спасибо. 25 лет – это такой срок, что те, кто родились тогда уже, сейчас взрослые, самостоятельные люди, активно работающие в экономике, да и в политике. 25 лет – это такой срок, когда многие из тех из нас, которые были тогда молодыми и энергичными, стали сейчас седыми, усталыми, многие пенсионерами. И за эти 25 лет, конечно, изменилась разительно наша жизнь. И в лучшую, и в худшую сторону. Мы о чем-то мечтали, например, о полных прилавках магазинов. И сейчас, когда мы видим наполненные супермаркеты пока, то мы понимаем, что это, в общем-то, то, к чему мы стремились. Чтобы создать что-то вроде западного общества потребления, мы его имеем. С другой стороны, опять же, лучше Николай Карлович здесь не скажет, мы видим, что произошло с политическими институтами, с общественной жизнью, с внешней политикой, что из попыток построить демократическую Россию мы получили полноценно сформировавшееся фашистское государство. И чем все это закончится, конечно, никто из нас не знает, будет ли вторая волна демократических реформ, которая была, или будет тихое загнивание, которое может окончиться распадом России, так же, как распался Советский Союз. Это, конечно, никто не может предсказать. Я хочу два слова буквально сказать о том, что полтора года назад, вот прямо в этом зале, 25-летие справляла межрегиональная депутатская группа. Но тоже она очень сильно поредела, тоже очень многие ушли из жизни. Но тем не менее, сколько-то человек, наверное, 50 собралось, немножко в другом формате, здесь стоял стол, на нем были закуски и напитки. И меня поразило вот что, что из этих 50 человек, это был май 2014 года, что абсолютное большинство людей приветствовало те перемены, которые произошли в марте 2014 года. И общее настроение собравшихся народных депутатов СССР, членов межрегиональной депутатской группы, было такое, вот там, закрыл мы Путину, теперь все простит. И живой тогда еще Юрий Николаевич Афанасьев,
Афанасьев, я и там Коля Травка, мы сидели просто как вот во вражеском лагере, неожиданно для себя, потому что это близкие люди, старые соратники, до боли знакомые лица. И тем не менее, вот жизнь как развела нас. И я думаю, каждый из вас скажет, что во всех коллективах, и в трудовых, и в бывших сослуживцах, вот этот раскол в обществе, он пролет. Лёва вышел, он, я думаю, здесь всегда пригласил людей, очевидно, более-менее с однородной и иной точкой зрения. Я был большим формалистом, он уже регионально приглашал всех вроде кто был. Я думаю, что многие из тех членов Евросии, которые были у нас в первом координационном совете, сейчас активно занимают противоположную позицию. И та неоднородность, которая была в первом составе Демократической России, мы помним, как на первом съезде мучительно принимался устав, как с Аксючицем Астафьевым выходили в кулуары там и какие-то фразы спорили, потому что были разные подходы. Эти подходы, они углубились настолько, что сейчас это просто в разных, по разным углам политически развела жизнь. Но тем не менее, жизнь идет вперед. И я хочу благодарность Сергею Александровичу сказать и всем, кто организовывал, Сергею Николаевичу, естественно, который тут нас приютил. Хочу всех поздравить с этим событием 25 лет. Желать всем крепкого здоровья и с нетерпением жду второй неформальной части, хотя Лев Александрович говорит, что у нас будет еще и замечательный концерт. Не хотелось бы здесь, конечно, устраивать каких-то длинных дебатов о политической ситуации. Все-таки мы здесь собрались для того, чтобы как-то вспомянуть, человечески пообщаться и насладиться общением друг друга. Спасибо всем, кто пришел. Зал почти полный. Я думаю, что в будний день еще народ подойдет. Поздравляю вас и приветствую с таким очень важным событием в нашей жизни. Дорогие друзья, вот Аркадий больше за упокой говорил, а я постараюсь за здравие. Вот, дело в том, что мы должны учиться на том, что было. И, может быть, изучать и победы, и, может быть, недостатки, которые у нас были, и потери. Но все-таки я начну с... Почему мы тогда, не мы, это условно я говорю, почему народ тогда победил? И вот я хочу рассказать первые шаги, которые делала. Как создавалось общероссийское движение «Демократическая Россия», какие она делала первые шаги. Ну, очень коротко. И хочу сказать, что сейчас те люди, я знаю людей, которые то же самое пытаются делать сейчас, потому что все понимают, что страна идет в тупик, и об этом не надо, собственно, и агитировать не надо. Так же, как и тогда, советские люди, вот что было тогда, советские люди хуже питались, чем западные люди, советские люди хуже одевались, чем западные люди. Советские люди были лишены свобод, и каких-то, в том числе и в культурной жизни. И советские люди страдали от всего этого давления. И поэтому страна шла в тупик. А власти, как говорится, ничего не могли сделать. Потому что шаг за шагом ситуация ухудшалась. Сейчас буквально то же самое. Идет, мы понимаем, что экономика идет на спад, и уже в будущем будет 5% спад ВВП. Она в Европе, хочу сказать, загнивающей Европе, подъем на 2-3%. А опять российские люди хуже одеваются, потому что у нас все намного дороже, чем в Европе. Ну и так, могу продолжить. Все, что тогда было, все, что происходит сейчас. И поэтому мы переживаем сейчас примерно 86-й, 87-й, может 88-й год по той шкале напряжения, которое есть в обществе. Что происходило тогда? Тогда вот эти возникали группы, протестные группы во многих местах. Чаще всего в институтах возникали клубы избирателей, клубы перестройки, возникали откуда-то взявшиеся анархистские движения, народные фронты во многих, так сказать, городах. И они постепенно стали объединяться. Подчеркиваю, объединялись без лидера. Это принципиальный момент. То есть вот эти протестные группы, это потом появился Ельцин. Это потом были выборы в депутаты СССР. И именно к этому моменту уже возникло московское объединение избирателей в Москве. Объединив все вот эти разрозненные группы. В
Вот Сергей Друг, он возглавлял тогда группу поддержки, ну, так, координировал группу поддержки Ельцина, он, а я возглавлял избирательную комиссию мемориала, я пришел к нему и сказал, давай будем вместе делать общее движение. Он не хотел, он, наверное, думал, что ельцинское движение должно быть главным. Но, тем не менее, мы договорились. Это принципиальный важный момент. Это первый урок, который мы должны вынести. Не должно быть сейчас одного лидера протеста, и не может быть. Потому что протест разнородный. Интеллигенция заодно борется, жители борются против, например, я точно знаю, против застройки парка в Москве. Это тоже в основном интеллигенция, но это уже другие люди и так далее и тому подобное. Мы знаем, какие проблемы здравоохранения, мы знаем, какие проблемы в образовании. Мы знаем, что сейчас движение автомобилистов борется против парковок, ну и так далее, могу продолжать. Поэтому разрозненное протестное движение должно объединиться. Это первый шаг, который был тогда, и он нам удался. Потом были выборы, и вот тогда уже Московское объединение избирателей проводили выборы, которые, митинги, которые вы здесь видели, и вы видели, сколько там народу было. И поэтому были выборы 89-го, 90-го года, и была уже фракция «Демократическая Россия», и был ГКЧП, вот вторая, последняя, на чем я хочу сказать. Почему люди вышли к Белому дому, хотя там было очень рискованно? И очевидно, что так сказать, как потом показали события и изучение этих обстоятельств, что мог быть и могли быть жертвы. Но потому что не до этого выходили, потому что сотни тысяч людей выходили на улицы Москвы как на работу. Когда там в Тбилиси были события кровавые, когда были кровавые события в Баку, когда были кровавые события в Вильнюсе, люди выходили. Не потому, что их Ельцин звал, опять-таки, а потому, что люди выходили, потому что не знали, надо остановить вот такой кровавый развал Советского Союза. И опять-таки, эти люди, выходя сотнями тысяч, остановили этот кровавый развал. Это может быть самое главное, что вот успех демократического движения в то время. Ну и, конечно, вот кульминация – это защита Белого дома. Они вышли, потому что они раньше ходили. И, конечно, это рискованно было, но мы победили, и революция победила. Движение «Демократическая Россия» реально влияло на события в стране и, значит, влияло на Ельцина. Тогда у нас был, то, что Ельцин был, очевидно, президент, и без него мы не представляли никакой, собственно, силы. Мы только были, сначала мы были протест, мы помогли ему стать президентом, а потом произошло то, о чем говорил Сванидзе. Возникла партия власти, она раскололась, ну и так далее, и тому подобное. Само протестное движение не могло безоговорочно поддерживать власть. А потом была Чеченская война, и движение «Демократическая Россия» ушло в оппозицию к Ельцину. Но в 91-м году пришли к Белому дому и победили. Вот, так, вот такая история. Я думаю, что из этого надо делать вывод в современной вот сейчас ситуации. Спасибо. Сейчас у нас есть уже... Артисты приехали, я хотел бы назвать Михаила Ефремова, но не знаю, он уже в зале или нет? Мы его там позовем, он сейчас готовится, там, я знаю, так сказать, он уже пришел здесь. Тогда сейчас я, вот Ира, ты зачитаешь, вот у нас есть обращение к нам Владимира Боксера. Владимир Боксер недавно пережил инсульт, он очень хотел здесь быть, он играл ключевую роль в развитии движения «Демократической России», и поэтому сейчас Ирина Богунцева, член Координационного совета движения, зачитает его обращение к нам. Да, Володя звонил мне сегодня и вот прислал имейлом такое обращение, он очень хотел быть здесь. Дорогие друзья, к огромному сожалению, не смогу сегодня присутствовать на нашей юбилейной встрече. Месяц небольшим назад у меня произошел инсульт. К счастью, благодаря своевременной медицинской помощи симптомы оказались обратимыми, но в данный момент выхожу в реабилитацию. Знаю, сегодня будет много выступлений, поэтому буду краток. Когда-то, с четверть века назад, мы достигли практически невозможного – победы над коммунистической системой, потому что отложили в сторону, но потом споры по более частным идеологическим и политическим проблемам. Мы ведь были очень разными и представляли устройство посткоммунистической России по-разному. И было бы фатально ошибочным, вместо того, что объединяло нас тогда, погрязнуть в межпартийных, межгрупповых спорах и выяснениях отношений. Пошли бы по этому пути.
а на него нас изо всех сил толкали, и не было бы 21 августа 91 года, да и 12 июня 91 года тоже не случилось бы. Некоторые из собравшихся, не большинство, конечно, на волне всех разочарований последних лет скажут: ну и прекрасно, мы все бы сделали по-другому и лучше, и история пошла бы по иному пути. Не пошла бы. И вообще, кто дал гарантию, что она всегда должна двигаться поступательно, что впереди нас всегда должны ждать лишь победы и прогресс? Такого не было на протяжении тысячелетней истории. С чего бы должно было повести именно нашему поколению? Нет, были, есть и будут приливы и отливы. И в оценке себя, своей деятельности и роли главное не впадать в уныние, не метаться, не переносить нынешние знания и опыт в те времена. Задним умом все крепки. Надо оценить одно: искренне ли мы тогда боролись, честными ли мотивами руководствовались, думали ли о судьбах Родины, или пеклись о каких-то мелких, корыстных, сугубо частных мотивах, а то и, как теперь говорят, отрабатывали чей-то заказ. И знаете, что скажу? Человек слаб. Мы практически все с недостатками, иногда серьезными, и я не исключение. Кто тщеславен не в меру, кто суетлив, кто склонен к интригам и групповщине, кто не обладает стратегическим видением, кто не в силах преодолеть соблазнов, которые несет или принесет будущая власть. Даже мимолетная. Все так. Так было во все времена. Но я помню наши замечательные митинги и демонстрации, наши пленумы и собрания, три ночи вокруг Белого дома. Тогда никто не знал, чем хочется делать. Тогда велик был шанс, что все загребнем под фанфары. И ни место, ни время было всем этим мелким чертам, слабостям и карьеризму определять наши поступки. И я повторяю, каждый из нас со слабостями и недостатками, иногда сильными, иногда раздражающими и даже противными. Но вместе, как общность, как целое, мы действовали как рыцарь без страха и упрека. Все эти частности, все мелкое уходило куда-то в осадок. А оставалось то лучшее и самое искреннее, самое чистое, что нас объединяло. Спасибо всем вам за это. Знаете, я люблю вас такими, какими вы были тогда, в эти моменты. Не жалейте о них. Это были лучшие моменты, времена и поступки вашей и моей жизни. Никогда не стыдитесь ваших лучших поступков. И я сама, конечно, совершенно согласна с тем, что прислала в этом письме Володя. Действительно, и для меня это были лучшие дни моей жизни, которая не бедна прекрасными событиями и воспоминаниями. И я нисколько не жалею ни о том, что участвовала во всем этом, ни даже о том, что на сегодняшний день ситуация обстоит так, как она обстоит. Мне, как историку, ну, понятно, что это ожидаемо, что мы переживаем с вами такой период реставрации, отступления, который всегда бывал после больших исторических переломов. Обидно, конечно, что наша жизнь попала на этот период, но зато она попала и на другой такой прекрасный момент, который не всем достался. Не все дождались вот такого звездного часа, который мы с вами переживали. Часа человеческой общности, человеческой солидарности, такой необыкновенной обезоруживающей смелости, безоглядной совершенно, которая тогда была нам всем присуща. Поэтому я думаю, что нас не надо жалеть, нам можно только позавидовать. Иногда, правда, я и самой себе завидую. Молодым этого не понять. Я их в зале не вижу. Нечаев, пожалуйста. Здравствуйте. Я очень рад вас всех видеть. Очень рад, что вы все в хорошей форме. Может быть, она иногда принимает такие несколько обостренные формы, и прошу прощения за каламбур, но, тем не менее, это значит, что у нас еще этот огонек живет. А что касается выступлений наших коллег, так мне кажется, это прекрасно,
что у нас опять появилась политическая сатира и политические анекдоты. Вот был какой-то период в 90-х, когда, собственно, про власть не рассказывали анекдоты. И это на самом деле признак некоторого нездоровья общества. А, конечно, здесь вот сейчас висит такой немножко ностальгический и, может быть, настрой разочарования, мне кажется, и грусти. Мне кажется, мы можем грустить только по одному поводу, что за эти 25 лет ушли многие наши товарищи. И Галина Старовойтова, отец Глеб Якунин, Алексей Головков, ну, всех я не перечислю. И вот это действительно грустно, но мы будем их помнить. А с другой стороны, нам действительно есть чем гордиться. И тем, что это была первая волна демократии, которая разрушила вот этого монстра коммунистической власти и ЦК КПСС, тем, что мы все-таки построили рыночную экономику в России и за очень короткий промежуток времени, и потом ее последние там 10-15 лет корежат, портят, мучают, а она все-таки живет. Настолько мы ее создали хорошо в этих экстремальных условиях, что при всех минусах, при всем прочем, у нас она живет, и, может быть, поэтому вообще еще живет Россия и российская экономика. И мне кажется, что мы не должны впадать в какое-то разочарование и грусть. Конечно, то, что сейчас происходит, это совершенно отвратительно. Конечно, никому из нас это не могло присниться в страшном сне. Конечно, это отчасти вина наших ошибок. Я помню тот съезд в России, когда она еще была ого-го, и выступала Галина Васильевна Старовойтова и призывала к люстрации. Тогда она не была поддержана, а на самом деле это, конечно, серьезная ошибка, что мы тогда, наверное, единственная страна Восточной Европы, уходившая от социализма, что мы не провели люстрацию. Конечно, наверное, было серьезной ошибкой то, что мы не создали, и Борис Николаевич не понимал тогда важности этого, он ощущал себя таким отцом нации в каком-то смысле, что мы не создали тогда сильную пропрезидентскую партию, которая могла бы в рамках демократических процедур стать правящей и действительно влиять на исполнительную власть. Может быть, тогда вся история пошла бы иначе. Наверное, можно найти еще ошибки. От них, кстати, не надо шарахаться, не надо делать вид, что их не было. Потому что, конечно, они были. Конечно, мы с вами, чуть не сказал, простите меня, там, просрали нашу свободу, нашу демократию, и еще вот только утешаемся остатками рыночной экономики. Но мне кажется, что не все еще потеряно. Помните, какой был мощный ЦК КПСС? Какой у него был потрясающий агитпроп? Конечно, тот цинизм, который мы видим в нынешней российской официальной пропаганде, наверное, тогдашнему телевидению и не снился в страшном сне. Вот то, что сейчас творят ведущие деятели российской пропаганды, это такой уже почти натуральный гибель. Но тем не менее, та власть, с которой мы начинали бороться, она была очень мощной. И нам удалось все-таки этого колосса на глиняных ногах свалить. Поэтому то, что происходит сейчас, это ужасно, но это не значит, что нужно бежать, что нужно опустить руки. Да, вот нашу партию, гражданскую инициативу в этом году не допустили на выборах ни в одном регионе. Ни в одном. По нелепым, надуманным, абсурдным причинам, часть из которых даже Владимиру Евгеньевичу Чурову показались абсурдными, и он их отменил. Это вообще редкий случай.
Но все равно не допустили, придумали новые. А, ну что ж, значит, в этот раз не получилось. А, будем пытаться на следующих выборах. Хотя, безусловно, надо сочетать и вот эту борьбу в правовом поле, и все-таки уличную борьбу. Помните, какие сотни тысяч митинги и шествия собирались тогда в 89-м, 90-м, 91-м году? Сейчас это кажется какой-то просто фантастикой. Но я думаю, что по мере того, как будет ухудшаться экономическая ситуация, по мере того, как протест, связанный с фальсификацией выборов, с политической системой, с уничтожением свободы слова и так далее, дополнится социально-экономическим протестом, я думаю, что это повторение вполне возможно, и мы сможем эту власть заставить пойти на уступки, а потом, может быть, и поменять ее. Надеюсь, конечно, что это все-таки произойдет без бунта, без крови, мирным путем. Поэтому, собственно, мой призыв к вам очень простой. То, с чего я начал, вы в хорошей форме, у вас есть опыт, мы с вами тот биты, из-за которого дают сколько там, я не помню, не битых. Поэтому давайте бороться. Давайте бороться и мы победим. Михаил Шнейдер, секретарь Координационного совета Дем России, кто в далекое время, а сейчас он член руководства «Солидарности». Да, ответственный секретарь. То же самое, кстати, что и 25 лет назад. Ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности». А вот уже последнюю неделю, с 13 числа, когда у нас здесь был в этом зале круглый стол, я пытаюсь ответить на вопрос, пытаясь ответить на вопрос, а что мы сделали 25 лет назад неправильного, почему вы до сих пор вот такие идиоты, что не можете, значит, вот мы тогда вот выводили по 500 000 человек на Манежную площадь, а сейчас вы какие-то совершенно непонятные люди, вот на ваши митинги и то еле-еле несколько тысяч выходит, но правда вы в 2011 году там вывели около 100 тысяч, но это вас не оправдывает, да, вот вы просто полный идиот. И вот, размышляя над ответом на этот вопрос, я неожиданно пришел к такому заключению, я неожиданно вспомнил свою учительницу по биологии, у нас такая была замечательная Екатерина Кузьминична, которая нам рассказывала разного рода байки про свою жизнь, но иногда нам рассказывала, что вот есть такие вот законы биологии, вы их должны изучить. Вот один из законов я вспомнил. Значит, она говорила, вот такой закон есть, единство организма и среды обитания. И начинала нам расшифровывать, что это такое. Ну, значит, это что такое? Это вот когда меняются условия среды, организм начинает к ним приспосабливаться. Ну, смотрите, вот наши далекие предки, да, изменились условия среды, стало холодно вокруг, вот они стали собираться в какие-то группы, стали залезать в пещеры, изобрели огонь и так далее, и так далее. Вот, когда в среде обитания происходят масштабные изменения, ну, тогда, значит, начинается, ускоряется процесс видообразования. Ну, например, рыбы в далекое-далекое время научились превращаться в амфибий. Те научили потом, значит, другие изменения произошли, появились динозавры, появились млекопитающие и так далее, и так далее. И вот я подумал, что аналогичные изменения, наверное, происходят и в политике. И придумал такое слово, значит, вот, биологическая политика или политическая биология, хотел бы с вами этой мыслью поделиться. Смотрите, на протяжении 70 лет после 17 года у нас в стране, в Советском Союзе тогда еще, господствовали три таких вот монстра, гигантских политических организма. Это были профсоюзы, школа коммунизма, это была партия, значит, с
со своим вечным спутником комсомолом. Ну и были так называемые общественные организации. Их огромное было количество, но я сам был членом практически всех этих организаций. Даже говорили, что вот была такая, если помните, организация ДСААФ, Добровольное общество спасения, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. И, значит, в какой-то момент злые языки утверждали, что членов вот этого самого ДСААФа стало больше, чем жителей Советского Союза. Значит, вот, ну вот я сам был, у меня 6 членских билетов ДСААФа сохранилось. Первый раз меня туда приняли в школе, второй раз в институте, третий раз на одной работе, четвертый раз на другой работе, пятый, шестой, я уж не помню, откуда у меня эти членские билеты. Так вот, в конце 80-х годов в нашей политической среде произошли такие изменения, которые, собственно, и стали, в которые и стало возможно появление таких настоящих организаций, как «Мемориал» и как «Демократическая Россия», наше с вами движение. «Демократическая Россия» — это, кстати, была первая сетевая организация. Она настолько испугала власть, что стоило нам с вами провести несколько полумиллионных митингов, как очень скоро, по-моему, через 6 дней после последнего нашего такого, после последней нашей такой многотысячной, многосоттысячной акции, Верховный Совет отменил так называемую 6-ю статью Конституции, и формально власть коммунистов закончилась. Но она реально еще продолжалась, естественно. И дальше, я про август вам рассказывать не буду, вы все прекрасно его знаете. Да, Лёва говорит, что мне одна минута. Лёв, ну не надо, дай мне еще полторы. Значит, в августе 91 года власть коммунистов была свергнута окончательно, как вы помните. А дальше «Демократическая Россия» начала эволюционировать, потому что начали меняться условия окружающей среды. И мы стали родоначальником нескольких политических организмов. Многих партий, нескольких движений. И так вот эта вот вся эволюция продолжалась. Продолжалась до тех пор, пока в 2008 году не возникла солидарность, честь представлять которую мне вот сегодня была предоставлена. Так что «Демократическая Россия» — это, собственно, несмотря на то, что вроде возраст молодой, 25 лет, но это наша прабабушка солидарности. И выше... Да, кстати, я забыл сказать, что в биологии, если условия окружающей среды становятся совершенно жесткими, то организм превращается в спору, что абсолютно не взаимодействует с окружающей средой. Так вот, КПСС в 91 году стала такой вот спорой, и в начале нулевых годов эта спора, когда начали условия меняться окружающей среды, эта спора превратилась сначала в предшественников единороссов, а вот к 2000, к середине нулевых это стала нормальная организация «Единая Россия». Вот, собственно, это, то есть прямой потомок КПСС. «Единая Россия» плюс ее клоны, все вот эти партии, существующие нынче в Государственной Думе, это начиная от КПРФ и заканчивая «Справедливой Россией», я уж не говорю там, о других партиях, это все клоны прежней КПСС. И заканчивая, единственная организация, которые остались вне этого влияния, это «Солидарность наша», которую я представляю, и несколько еще партий, партии «Народной свободы», наверное, «Яблоко», еще Андрей Нечаев ушел, «Гражданская инициатива». Причем, что плохо, вот эта «Единая Россия», она отходами своей жизнедеятельности, она так меняет окружающую среду, что окружающая среда превращается все время в болото, политическая окружающая среда. Поэтому урок, который я для себя вынес, хотел бы его вам предложить, мы должны сделать все, чтобы не
пытаться выжить в этой среде, а пытаться создавать вокруг себя, пытаться очищать эту окружающую среду, пытаться очищать это самое болото, которое нас пытаются затянуть. Для этого нужна, естественно, просветительская работа, для этого нужны усилия по поиску новых лидеров, которых у нас Лев Пономарев считает, что это хорошо, я считаю, что это не очень хорошо, потому что один из факторов победы 25 лет назад революции, это было все-таки наличие неформального лидера Ельцина. И самое главное, это поиск объединяющей идеи, которая нас объединяла 25 лет назад. Сейчас такой объединяющей идеи у нас нет. Вот когда мы очистим это болото, тогда Россия станет свободной. А всех вас поздравляю с праздником.